За 7 месяцев года в Орле введено в эксплуатацию без малого 100 тысяч квадратных метров жилья, а это почти 1700 квартир. Информацию озвучили во вторник утром на совещании в мэрии. По сравнению с тем же периодом 2012 года, рост строительства жилья составил почти 50%. Уже построено 14 многоквартирных домов. В настоящее время строительство многоквартирного жилья ведут 24 инвестора-застройщика. В стадии завершения находится 18 многоэтажных жилых домов. Всего в 2013 году планируется сдать не менее 226 тысяч квадратных метров жилья. Это на 7% больше, чем было сдано в 2012 году. Что же касается обеспечения жильем молодых семей, то здесь есть свои подводные камни. Так как финансирование идет из трех источников – федерального, областного и городского, то задержка средств от любого из них тормозит выполнение программы. В 2012 году планировалось улучшить свои жилищные условия 63 молодым семьям. Однако выделенные денежные средства позволили улучшить жилищные условия всего лишь 29 молодым семьям. К сожалению, в прошлом году не профинансировано ни одной семьи, чей возраст превышал более 35 лет. На данный момент в очереди на улучшение жилищных условий стоит более 900 молодых семей. В этом году очередь станет короче лишь на 50 участников.